наша рыжая кошка. 14 августа 16 года. И вот котенок один у нее такого света. Я его называю Буска. Буска. Кошечка. А то мальчик, девочка. Придумали это. Вот природа. Видишь, как он старается найти быстро сосок. Они у нее разные. Видимо, задние больше с молоком. Вот она его обихаживает. Ой, аж дрожит, и хвостик дрожит в таком напряжении. Ногами массажирует, чтобы больше дали прилип. Прилипло к соску. Вот он заложил же Господь притворение все это. Я ищу ее, не могу найти эту Буску маленькую. Мать зайдет, только мяркнет. Ну, и звук издаст, она выскакивает где-то. Я везде искал, кроме того места. О, растопыренные пальцы у ней. Как она массажирует. Чудо Божье. Вот она все, пеленки, все здесь. И зализывает за ним из-под хвоста до момента, пока не станешь кормить. Сейчас уже можно подкармливать, но я не кормлю. Ходить тут некуда. А так она, видимо, одного молока, какой-то особый запах. И она все зализывает. Нигде пятнышка нету. Без кошки амба нашему амбару. Говорят, что в Кит... В Египте за убийство кошки смертная казнь полагалась. Находили целое кладбище забальзамированных кошек.